Мне надо в полицию, там моя дочь. А Диего меня не взял. Не хочет помочь. Хорошо, хорошо, успокойся. Я тебе помогу. Валерий, успокойся. Знаешь, что женщина с моим ребенком здесь? Да, была здесь, была. А где она сейчас? Успокойся, Валерий. Как я могу успокоиться? Моя дочь у чужих, а вы просите меня успокоиться. Мы еще не знаем, твоя ли это дочь, Валерий. Да, моя. И мы же говорили об этом. Валерия, прошу тебя, успокойся. Валерий, мы ведем расследование. Диего был здесь, как ее адвокат. Что вы сказали? Ты не ослышалась. Диего помогает женщине, у которой наша дочь? Не удивляйся, Валерия. Ты начинаешь понимать, кто такой на самом деле этот Диего Салерно. Нет, нет, он бы этого не сделал. Не сделал. Займется судья. Давай с ним встретимся. Валерия, обещаю, я буду помогать тебе во всем. Тогда поедем к этому судье. Сейчас тебе надо отдохнуть, успокоиться и принять лекарство, и больше ничего. А потом... Никаких потом, надо сейчас, мне нужна твоя помощь. А разве я тебе сейчас не помогаю? Да, послушай, останови. В чем дело, Валерия? Хочу в церковь помолиться. Нет, только не сейчас. Тебе надо домой отдыхать, говорю это как твой врач и как твой друг. А если друг, пойдем в церковь. Ладно, раз ты настаиваешь, но мы буквально на минутку, и сразу домой, будешь отдыхать. Договорились? Хорошо. Договорились? Договорились. Валерия, прошу тебя, надо идти. Тебе лучше? Я чувствую, что теряю ее, Маркос. Вот-вот найду и сразу потеряю. Мне нужна твоя помощь и Божья помощь. Бог тебе поможет. Мы же столько молились. Неужели ты думаешь, что Бог не услышал твои молитвы? И мне уже надо домой. Да, Валерия, теперь тебе надо отдохнуть. Идем. Ты... Мы молились. У тебя озабоченный вид. Что-то случилось? Нет, все в порядке. Идем. Погоди, хочу поговорить с падре. Хорошо, я сейчас зайду в ризницу и вернусь. Спасибо. Валерия, лучше пойдем. Может, что-то выяснилось про твою дочь? Нет, я хочу поговорить с падре. Очень хочу поговорить с падре. Он меня обнадежит. А я тебя не обнадеживаю? Это другое, Маркос. Хорошо. Все равно надо возвращаться. Я подожду тебя в машине. Нет, вернусь пешком. Не жди меня. Это совершенно ни к чему. Ну, хорошо. Ладно, если захочешь, потом поговорим. Если есть новости, возвращайся. Да. Пока. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Можешь говорить спокойно, Валерия. Я вижу, ты очень обеспокоена. Я в отчаянии, падре. Я в отчаянии. Только подумаю, вот нашла дочь, и что-то мешает. Почему? В жизни много вопросов, на которые нет ответов. Это ведомо только Богу. Бог. Бог наказывает меня. В последнее время я сильно в нем сомневаюсь. Нет, Бог не наказывает. Просто сейчас ты упала духом, вот и сомневаешься. Я в отчаянии. Я вымотана и больше не могу. Скажи мне, кто был с тобой? Кто он? Маркос. Он врач, психиатр. В последнее время наблюдает меня. А как ты с ним познакомилась? Он друг моего брата. Брат рекомендовал. А что? Да нет. Нет, так. Он старается помогать мне, но сейчас я никому не могу доверять. И правильно делаешь. Что? Нет, я говорю, правильно делаешь, что ищешь решение. Но старайся не придавать значения тому, что говорят другие. Ответы ты можешь найти только в собственном сердце. Похоже, мое сердце сейчас не настроено со мной говорить. Или ты не хочешь его слушать. Скажи мне откровенно, что ты чувствуешь в глубине своего сердца? Вы про мою дочку? Да. Что она рядом. И что я ей нужна. Тогда держись этого чувства, и ты ее найдешь. Я уверен, что ты ее найдешь.
Наконец-то, доченька. Что случилось, мама? Ничего, просто мы беспокоились. Ты же устала, пошла бы немного отдохнула, а? Альберта, нет никакого смысла скрывать от нее, правда. Что вы от меня скрываете? Девушка, у которой этот ребенок, кажется, исчезла. Что? Диего был здесь, и ему позвонили. Нет, не может быть. Только не надо безумных выходок. Тебе лучше оставаться дома. Как я могу оставаться дома, если у нее моя дочь? Валерия, я тебя отсюда не выпущу, понятно? Отключен. Зачем нужен телефон, если он весь день отключен? Куда ты, дочка? Очень сожалею, но мне кажется, пора прогуляться. Валерия, послушай. Валерия, вернись.